Основным видом отходов кремниевого производства является пыль систем газоочистки. Она более чем на 90% состоит из аморфного микрокремнезема, то есть диоксида кремния. В Эрниту была разработана технология получения силуминов, литейных алюминиевых сплавов, с использованием этого самого отхода. Проект носит название «Разработка эффективной технологии утилизации отходов кремниевого производства с целью улучшения экологии в Шелиховском районе Иркутской области». Значит, проект имеет две основных цели. Во-первых, улучшение экологической обстановки путем использования существующих отходов кремниевого производства для производства литейных сплавов. И вторая цель – это привлечение междисциплинарной группы обучающихся к научно-исследовательской и проектной деятельности в рамках реализации социально значимого научно-исследовательского проекта. Актуальность темы обусловлена тем, что в Иркутской области имеет место уникальное сочетание производителей кремния и алюминия. Поскольку самым востребованным продуктом в алюминиевой промышленности являются алюминиевые сплавы, нами исследовались различные способы введения диоксида кремния в алюминиевый расплав. Например, в виде таблетированных лигатур алюминий диоксид кремния, введение частиц микрокремнезема в алюминиевый расплав, находящийся в твердо-жидком состоянии, то есть вблизи от температуры ликвидус, и введение частиц микрокремнезема в расплав совместно с потоком аргона. Наибольшую эффективность продемонстрировал именно третий способ. Проект стартовал осенью 2019 года в рамках конкурса «Лидеры России». Однако саму идею Михаил Кузьмин вынашивал в течение нескольких лет. С самого начала в нем участвовали молодые исследователи. Для меня участие в проекте является отличной возможностью реализовать свой потенциал в области научно-исследовательской, проектной и инновационной деятельности. Проект открывает карьерные перспективы в организации именно сферы промышленности. И ожидаемым эффектом от реализации проекта является именно, допустим, улучшение экологической обстановки в городе Шелихове и Шелиховском районе. Кроме того, что проект направлен на улучшение экологии, вовлекает студентов в проектную деятельность, он еще и экономически выгоден самим предприятиям. В настоящее время на бирже цена на товарный кремний в зависимости от марки варьируется от 2 до 2,5 тысяч долларов за тонну. А цена на отход кремниевого производства микрокремнезем составляет 2000 рублей за тонну. В таком случае, вот по проведенным расчетам, с учетом капитальных затрат на организации промышленной установки по получению силуминов, было установлено, что дополнительная прибыль от реализации данного способа составит, например, для Иркутского алюминиевого завода 50 миллионов рублей в год. А срок окупаемости данного проекта составит не более полугода.